Все, так наш номер выглядел. Идем. Пойдем выселяться. Прикольно. Ну, да. Только сейчас. Так. Непонятно, куда этот ключ сдать. Вот так отель выглядит снаружи. Вообще захолустит, холостит. С ним заехали на газстейшн. И тут у них прикольный магазинчик прямо в самой горе. И всякие типа наскальная фигня. В принципе, тут рядом это все и есть. Но здесь бензин вообще дорогой, $3. Так что мы поедем искать получше варианты. Мы буквально ненадолго остановились. Вообще потрясающе. Поедем дальше. Там вдалеке видны такие бугорки с разводами. Я очень надеюсь, что у нас получится их найти там, где гораздо больше. И, собственно, в этом парке Capital Reef они и должны быть такие красивые.
мы подходим к тоже каким-то настенным искусствам. Сейчас попробуем, что заодно было разглядеть потом. А, вон, я вижу человечки. Подойдем сейчас ближе. В общем, если посмотреть, вот тут видны человечки, а слева всякие животинки. И они вон туда влево уходят. Человечки самые прикольные. У нас справа какой-то граффитист плохой. Походу, типа салаты. Да, так это уже кто-то навандалил. Думаешь? Да. Больше, наверное, самый оригинальный, это вот как раз слева животинки разные. Идем еще к другим петроглифам. Да, как их правильно сказать? Настенная живопись, что там? Не, это... Надо вспомнить. Ладно. В следующий раз, когда включим камеру, скажем. Ну да, тут на каждой стене есть. Вон там справа, вот тут вот есть. Какой-то человечек треугольной формы, какие-то животинки. Да, да. Там он тоже, вот на этой скале. И дальше, и дальше, и дальше. Вот тоже. Какие-то рисунки. Может, где-то еще на камере заметят. А, вон, да, наверху. Какой-нибудь там нарисовали. Но тут много чего подваливалось. Возможно, какие-то уровни были. Многоуровневая система. С другой стороны тоже скала, там тоже, наверное, разрисовано все. Какие-то непонятные деревья. Это... Что-то... Тут трейл закончился, и особо ничего не видно. Вижу какие-то надписи, но это явно мародеры. Все, приехали к визитор-центру, возьмем там буклетик. Может, какой-нибудь магнитик глянем. И будем смотреть, что тут еще глянуть. Может, эти капитолии, которые Настя все хочет увидеть. Да? Что? Странные растения такие. Везде кактусы. О, маленькие сады. Да, это есть фруита. А я обложилась кактами, потому что здесь нифига не ловят. И непонятно, где какие прикольные пункты посетить надо, так что... Ну, указателей хватает, что... Мы уже ориентируемся там. Без гугловских карт. Не, ну у нас есть карты. Ну да. Но просто здесь написано именно, какие есть клевые места, которые стоит посетить. Поэтому мы едем по ним. Остановились в этом фруито, в одной из точек. Погулять немножко, зайти в магазинчик. Что еще тут вообще есть? Вообще, в рамках пустыни, что мы видели, прям впечатляет город. Городочный суфлин. Это уже историческая часть, да. Тут никто, в принципе, наверное, не живет, кроме работников. Ну, классно. Птички, водички. Блин. Взяли по итогу в магазинчике тут два пирога. Один вишневый, один с персиком. Угу. И два мороженых. Вот. Довольны? Пойдем дальше. Все, встали покушать мороженое. Не доехали, куда Настя говорила ехать, потому что я объяснял, что мы едем на низ, а не налево. Вот, ну ничего. Навигатор как-нибудь все-таки научится ориентироваться по картам.
убрал зеркала, чтобы никого не смотреть. Мы припарковались под камнями. Пойдем трейл. Capital George. Не длинный должен быть, но прикольный. Ау! Я же говорил, так аукни. А ты? Вот так. Прикольно. Это 24 сентября 1911 года надписи ставили. Слушай, так мы сейчас по реке типа идем, да? Да. Окей. Станет мокро, нам будет наверх подниматься. Вышли на солнышко, что-то справа. Но реки такое. Вот, смотри, ты там вообще засыпало. Походу тоже проход был. Дырочки. Песочка. Здесь написано, что здесь установлены какие-то камеры и $300 штраф, если ты что-нибудь нарисуешь на камнях. Не представляю, как здесь могут установить камеры. А вот и камера. И всякая фигня нарисована. Реально. Нещадно. Все писали. Правда, 1925, 1777. И 1885. Ну, нормально, это практически тоже историческое. Мародёры из тех времён. Ну да. Сюда можно залезть, да? Да, но мы не будем. Ну да. А ты камеру, кстати, сняла, что там есть? Наверху, на которых следят? Да. Та гора чем-то похожа, как будто какие-то созвездия нарисованы. Сейчас ближе подойду, еще раз сниму. Следы людей видишь? Да. Значит, мы идем куда надо. В общем, мы шли и шли. Тут нет вообще людей. Следы вроде есть, но людей вокруг нету. Ну уже. И конечная точка выходит просто к дороге. Ну да. Не очень. Вот. Так что, скорее всего, пойдем назад, зайдем к Water Tank, взглянем. И поедем к следующему трейлу. Настя еще стремается, что тут водятся пумы. Опасненько. Пумы! Коугар. Не вылазь, ладно. Спрятайся.
Настя опять идет по краю обрыва. Не сильно понимаю, куда здесь ходить. Вперед. Это мы когда пришли. Все высохло. А там ящерица. Дай мне камеру. Сейчас. Да. Вон там вот есть маленькая лужа. Да, чуть-чуть. Дай мне камеру. Какая-то ящерица прикольная. Синевой. Это чисто рай для ящериц. Много ползает. Но людей не видно. Нет ничего. На самом деле вообще камень как высохший. Я вижу, там еще немного воды. Сейчас быстренько гляну. О, там даже арка есть. А так это больше все сухое. Похоже, вода вон оттуда так и течет. Вон. Впереди. Горы прикольные вокруг. Куполообразные. Ладно, погнали назад. Мы почти потеряли путь, но потом заметили вот эти маленькие ступеньки. Поняли, что нам туда. Ну да, вон арка. Вон детишки. Тоже туда спустимся, пойдем. Может, с другой стороны? А, да, я думаю. А тут мы уже решили, что там что-то как-то очень стрёмненько спускаться. Да, тут попроще. Да. Наконец-то тень. Я решила идти дальше по реке, а Сергей по тропинке. Решила пойти к Сергею, при том, что у него там какие-то наскальные рисунки. Непонятно, кто их сделал и когда. Вон там, похоже, вот тоже человечек какой-то с рогами. Угу. Вот, похоже. Пошли. Да-да. Там солнце не появится. Там еще что-то? Какие-то тут. Ну и все. Садимся в машину и едем на другой трейл. Дорога в лесах, конечно.
У них еще такие маленькие люки сверху, сзади. Походу, они с Европы, с Венгрии или Болгарии. Софья. Это столица Болгарии, да? Прикольно.